В Междуреченске уже год работает лайк-центр. Создан для поддержки и развития предпринимательства. Для местных бизнесменов проводят образовательные мероприятия. Помогают открыть дело с нуля. Единомышленники делятся опытом и знаниями. На одном из мероприятий побывала и наша съемочная группа. Сегодня лайк-центр в городе Междуреченск целый год. Мы подводим итоги, да, это очень важно для нас. Мы пригласили гостей, к нам пришли друзья, наши партнеры, наши участники. Первый лайк-центр был открыт в 2015-м в Москве. За это время образовательные курсы посетили более 150 тысяч человек. Сеть выросла и теперь насчитывает 225 представительств в городах по всему миру. В Междуреченске за год работы лайк-центра прошло 28 мероприятий, более 200 посетителей. И уже десятки выпускников. Учиться и развиваться вместе проще, говорят бизнесмены. Найти единомышленников, наставников – уже большое дело. Горячее участие в том, чтобы объединить на одной площадке всех, наверное, думающих, мыслящих предпринимателей этого города. Я понимаю, что дела, которые мы сегодня делаем в городе, они значимы, эти дела. Они очень полезны и нашим жителям, и нашим предпринимателям. Разные направления, опыт или его отсутствие – неважно. Предприниматели объединяются в лайк-центре. Илья Осипов сегодня рассказывает о партнерстве. Признается, один в поле не воин. Вообще я эту тусовку люблю. Я нахожусь в этом движении, в предпринимательском, как начал обучаться с октября прошлого года. И я не пропустил еще ни одного мероприятия лайк-центра в нашем городе. Окунуться в атмосферу, где много заряженных людей, которые меняют свою жизнь в лучшую сторону. Каждая встреча предпринимателей – обучение. Вот и празднование дня рождения совместили с конференцией. Я хочу поделиться с аудиторией теми наработками, которые помогают нам продвигать своих клиентов в Инстаграм. Но не просто продавать товары и услуги, а повышать степень доверия клиентов в социальных сетях. Для любого человека, у которого есть свое дело, и он хочет его активно развивать, реклама в социальных сетях – это просто приоритетное занятие, что нужно обязательно уделять внимание. Тысячи людей мечтают раскрутить с нуля свой блог и забыть о 8-часовом рабочем дне и офисе. Как заставить популярную социальную сеть в мире Инстаграм работать на тебя? Использовать для продвижения бизнеса, увеличить продажи и выделяться среди конкурентов, знают Аяс Шабуддинов и Инди Гагохи. Блогеры-эксперты. А урок только для партнеров лайк-центра. У каждого междуреченского предпринимателя своя история. Лайк-центр им в помощь. Курсы, вебинары, интересные встречи. Обещают, этого будет еще больше. Мечта с детства – открыть хорошую доставку еды, красивое кафе по доступным ценам, чтобы было все вкусно. И у нас, потому что в городе это, ну, беда бедовая. Но у нас домашняя кухня. Именно домашние. Никаких у нас нету ни ГМО, ничего. Мы все натуральные продукты. Тут инсайт произошел. Я ушла с найма и открыла салон аппаратных процедур. У меня окружают люди, которые мне всегда помогут, подскажут и так далее. То есть не надо вариться все в одной голове, чтобы все творилось, так сказать. Ввиду специфики своей работы предоставляем услуги по изготовлению и размещению рекламы в городе Междуреченске, а лайк-центр непосредственно обучает предпринимателей, которым нужны эти услуги. И у нас, скажем так, что-то типа симбиоза. На наши курсы приглашаем действующих предпринимателей, которые очень стабильно, крепко держатся на ногах в качестве менторов. Например, да, мы, как вы видели уже, мы взаимодействуем с различными структурами в городе Междуреченск. То есть, ну, мы оказываем различную помощь.